Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. Ракетчики находят подходящую точку для старта. В каждой из пусковых установок по 2 тонны разрушительной силы. Словно близнецы по одинаковым траекториям, ракеты синхронно уходят в небо и ложатся на курс. Их общая цель в 70 километрах. 2,5 минуты полета и позиции условного противника под групповым ракетным ударом. Еще отработает контрольная группа, но уже визуально видно, что задача выполнена на отлично. Несмотря на уже весьма солидный срок применения, тактические ракетные комплексы «Точка-У» безотказно выполняют свои задачи, особенно в сочетании с новейшим вооружением. В групповом ударе по условному противнику вместе с «Точкой-У» участвовали белорусские системы реактивного залпового огня «Полонез». Но в отличие от «Точки-У», у них были учебные пуски.